Уручэнне пашпарта – момант важны для кожнага жыхара краіны, асабліва, калі гэта ў першы раз. Тыя, у каго ў дзённіках высокія ацэнкі, а ў актыве дасягненні ў навуцы, культуры і спорце, запрашаюць прыняць удзел ва ўрачыстых цырымоніях. 21 школьнік, прадстаўнікі з кожнага раёна вобласці атрымалі свой галоўны дакумент на сцэне Гродзенскай абласной філармоніі. Ірына Юшкевіч раскажа. Першы пашпарт у Беларусі ўручаюць у 14 год, але ва ўрачыстай абстаноўцы з рук кіраўніка вобласці толькі лепшым. Ёсць такая традыцыя да Дня Канстытуцыі. Яны мараць аб вялікіх адкрыццях, гучных здзяйсненнях, слаўных перамогах, але ўжо цяпер даюць нямала падстаў для гонару – бацькам, школе, свайму рэгіёну і краіне. Уладзімір Каранік, старшыня аблвыканкама, у адрас рабят не раз сказаў простае і ёмістае – малайцы. Это люди, которые, несмотря на свой юный возраст, уже показали свою активную гражданскую позицию и доказали, что они могут носить гордое звание патриот своей страны. Поэтому для меня это фактически просто возможность хотя бы части из них, а у нас действительно замечательная молодежь, хотя бы части из них сказать добрые слова и показать о том, что их усилия замечены и о том, что страна нуждается в их способностях, в их стремлении сделать жизнь лучше и в их желании работать на благо нашей республики. На урачыстасць да Дня Канстытуцыі у галоўную канцэртную залу вобласці запрошаны больш за два дзясяткі юнакоў і дзяўчат. Не па гадах разважлівыя, таленавітыя і разумныя. Яны прыехалі з усіх куткоў рэгіёна. Іх ужо заўважылі, на іх ускладаюць асаблівыя надзеі. Ксенія Шыдлоўская, адна з запрошаных, праніклася момантам і шчыра падзялілася сваімі эмоцыямі і планамі на будучыню. Я понимаю, что это большая ответственность на мне сейчас жить, что мне нужно сейчас еще лучше, я и так хорошо учусь, но еще лучше учиться. Я планирую поступить в медицинский, потому что мне интересна эта тема. Сейчас это очень нужная профессия, помогать людям. На уручэнне хлопцы и дзяўчаты пришли с бацьками, якія хваляваліся не менш за своих детей. Пашпарт – документ, які открывает дорогу у дорослое жыццё, а с правами приходят и абавязкі. Это ответственность, которая ложится на ребенка, в том числе на всю семью, потому что ребенок не просто получает паспорт в 14 лет, он получает его на таком достаточно высоком уровне. И, наверное, всеми своими поступками, делами дети должны показать, что они являются истинными гражданами Республики Беларусь. Атрымаць пашпарт, які нездарма называюць пуцёўкай у дарослае жыццё, падзея аднолькава важная для любога пакалення і ва ўсе часы, якая надоўга застаецца ў памяці. Это было ощущение, наверное, что я еще на один шаг приблизился к взрослой жизни. Все это было достаточно буднично. Мне вручили паспорт в милиции тогда, и было ощущение, да, что взрослая жизнь уже не за горами, что надо все-таки более ответственно относиться к своим поступкам, и надо больше уже задумываться о своем будущем и о том, где я смогу принести пользу своей стране. Для юных громадян Беларуси, які атрымали первый в своем житті пашпорт, подыхтовали разгорнутую программу. Акрамя теплого пожадания и головного документа, у подарунок хлопцы и девчаты атрымали книги. А после урочистой церемонии новоспечные громадяне разъедутся по домах. Напереди у их дорослое житё, новую сторонку якого кожна открыл уже сёння.